Это хорошая мягкая защита, которую вы можете применять для защиты себя от колдовства. Можно надевать либо на какие-то ритуалы, по поводу которых у вас есть тревога. Можно и носить постоянно как защиту от колдовства. Это не агрессивно, удара никому не даст, но вас защитит. А также это хорошо, если вы самостоятельно проводите чистки других людей, то во время чистки надевайте этот оберег. Он очень хорошо отводит все то, что слетает при чистке и может сесть на вас. Успехов вам!